Всем привет! Сегодня приготовим легкий перекус из тортильи. Итак, вот такие вот 8 блинчиков тортильи нам понадобится. Майонез, вареная колбаса, сыр, подсолнечное масло, терочка, на которую мы будем тереть колбаску, и сыр. Еще понадобится молоко. Потом расскажу, для чего. Сыр и колбаску мы трем на терке. А ты подписывайся скорее, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Сыр и колбасу мы пересыпаем в одну и ту же емкость, перемешиваем и добавляем майонез. Кладем полученную массу на наш блинчик, закрываем, делаем вот такой вот конвертик. И вот теперь мы наш конвертик обмакиваем в молоке и обжариваем на сковородке. Не забываем добавить масло. Получается очень вкусно. Закуска вообще на ура. Дети едят просто как семечки. Только посмотрите, какая вкуснятина получается. У нас дома конвертики из тортильи залетают просто на ура. Надеюсь, вам этот рецепт будет тоже очень полезен. Приятного аппетита! И не забудь поставить лайк под это видео. Всем пока-пока!